эксперимент над нервной системой. В 6 лет я очень сильно испугался. Все тело сжалось, напряглось, остановилось дыхание. Тело скукожилось. В этот момент я начал заикаться. И так было большую часть моей жизни. Из-за этого я говорил мало, был скован и подавлен. В эксперименте мне нужно будет разговаривать с людьми, в магазинах, на рынке, в аптеке и разу в других местах, и ни разу не замуж. Девушка, а вот с капучино кто делает, вы или нет? А? Хорошо. Да, жду вас. Угу, большое спасибо. Надо немножко подождать, пока мне сделают капучино. Хорошо, хорошо. Большое спасибо. Вот как-то так. Все просто. Вы тоже так можете. Какой кофе. Вкусненький. Раньше мне вот эти вот магазины давали с большим трудом. А сейчас вкусненько. Добрый день. Дайте, пожалуйста, вот голени, штучек 5. Да-да. Добрый день. С собой нету карточки. Да. Угу. Оплата по коду. Да, да, да. Все. Большое спасибо вам. Легко. Вы тоже так можете. А сейчас мы пришли на рынок и будем покупать фрукты и овощи. Добрый день. А дайте мне парочку апельсинчиков самых красивых, самых хороших. А дайте их немножко посмотрю. Почем они? 180. Ну давайте, два штучки. А персики местные уже, нет? Вот крем. Вот местные. Вот эти? Ага. Хорошо. Ну и давайте вот парочку персиков. А дайте вот, пожалуйста, филе кусочка 2. А еще у меня заболела дочка. Надо купить солевой раствор в аптеке. Здравствуйте, а дайте, пожалуйста, солевой раствор. Вот нос полоскать. Пусть... Для кого? Для взрослого, для ребенка? Для маленького. Сколько ребенка? Полтора. Полтора года? Ага. Все, большое спасибо, пойдем лечиться. Почему у меня получилось? Что я использовал? Какой секретный прием я использовал, чтобы не делать запинок? Напиши сейчас в комментариях. Тот, кто будет прав, тот, кто отгадает, я сделаю для него очень хороший подарок. А если у вас, либо у ваших близких есть заикание, проблемы со стрессом, волнением, неуверенность из-за этого, под этим видео есть ссылочка, пройдите по ней, и я, и наша команда вам помогут.